стесняешься? Это так, свободно. Что мы ждем от будущей рыбалки? Конечно, огромное количество. Правильно. Вообще, зачем нам рыба, если тут такие? Да. Да. Вот где дышится. Поистине свободно. Я когда я даю интервью на камеру. Да? Да. Ну, у нас часто берут там где-нибудь. А, на местное телевидение, да? На местное приезжаем на соревнования. Ага. Интересно. Смотри, что я несу. Да. Интересно. Вот это красота! Я говорю, надо же здесь три канистры, амареточный, конечный и вот. Нет, просто вкакивать. Ой, нет, это прям... Опять? Это мастер уголь. Нет, это зубат уже. Да. Мастер уголь. Попробуем. Тихо-тихо.